Канцелярия знаменитой фирмы Паркер – отличный подарок к 23 февраля. Благодаря оформлению, шариковые и перьевые ручки на подставке станут стильным дополнением офисного стола. А для любителей практичности – специальное предложение – сумки и портфели из натуральной и искусственной кожи. Такие достаточно вместительные, все, что нужно, в принципе, мужчине с собой, документы, все как бы, все помещается. Подарок можно сделать и своими руками. В магазине «Канцлер» большой выбор товаров для творчества. Сейчас купила альбомные листы для акварели, ну и там бумагу, например, для того, чтобы что-то написать там родным, близким, например, письма. Ну, мне нравится, что здесь есть выбор, и здесь, ну, недалеко от моего дома. Были в каких-то канцтоварах, но вот здесь особенно ассортимент, поэтому как бы всегда задерживаешься, обязательно выберешь то, что нужно, обязательно купишь. У них заходишь и как бы вот как-то вот светло, так вот они такие доброжелательные все, что прям вот обязательно что-то хочется вот купить. Доступность – одно из главных преимуществ сети. Магазины расположены вблизи школ и жилых домов. Популярностью «Канцлер» пользуется и у профессиональных художников. Чтобы нарисовать пейзаж, не нужно искать материалы в разных магазинах. Здесь можно приобрести мольберты, холсты и профессиональные краски. Питерская фирма «Сонет» и «Ладога». Фирма «Невская палитра» всем известна, все художники знают ее, как бы любят и вот приходят, именно спрашивают. В этом году «Канцлер» представил свою сеть на международной туристической выставке «Анапа – самое яркое солнце России». В городе-курорте насчитывается 4 магазина, один из которых создан специально для художников. «Канцлер» работает в Анапе уже более 15 лет и зарекомендовал себя на рынке. С помощью каталогов можно сделать индивидуальный заказ и получить товар с доставкой, не выходя из офиса. Ознакомиться с ассортиментом магазинов можно по адресам: улица Ленина, 171, Крымская, 128 и Гребенская, 116А. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Михаил Григорьев, Анапа регион.